одна из особенностей ката в карате – возможность тренировок без оборудования и партнера. Однако наряду с отработкой ката в одиночку необходимо практиковать бункай – применение движений ката на практике, так как именно с помощью ката канонизировались и передавались наиболее эффективные техники мастеров прошлого. Согласно одному из определений, бункай – это часть ката в кумите. Практика бункай способствует пониманию ката и овладению кумите. В отличие от парных упражнений, направленных на подготовку к соревнованиям, бункай предполагает овладение разнообразными аспектами карате как боевого искусства, в том числе бросками, воздействие на суставы и болевые точки, удушениями, защитой от захватов, нападение с разных направлений от одного или нескольких противников, которые могут быть вооружены. Практически все эти действия запрещены в спортивном карате, так как несут большую опасность для здоровья и жизни. Но раньше, когда соревнования не проводились, именно эта техника выдвигалась на первый план, помогая человеку сохранить свою жизнь в те смутные времена. В 1905 году мастер Ясуцуне Итосу по прозвищу «Божественный кулак» создал серию ката из элементов древних форм кушанку и чаннань, назвав их пинан – «разум полный спокойствия». Под этим названием они до сих пор изучаются в других стилях карате. В стиле шурикен на Окинаве они назывались хэнва антэй, что означает «мир и покой». К этому времени власти острова решили легализовать карате и ввести его в программу обучения средних школ для совершенствования физических и моральных качеств учеников. Поэтому Итосу несколько упростил и обезопасил исходные древние формы, исключив из них секретную технику ведения боя и опасные для здоровья действия. Все эти ката начинаются и заканчиваются блоком, чтобы подчеркнуть миролюбие. Было создано 5 форм по одной на каждый год обучения. Мастер Гичин Фунакоши, начиная преподавать карате в Японии, из соображений степени сложности поменял местами первую и вторую ката, модернизировал некоторые элементы и в 1935 году под влиянием антикитайских настроений японского общества переименовал наряду с другими формами и серию пинан в хэйян, название периода правления в истории Японии с 9 по 12 век, эпохи мира и небывалого расцвета культуры, которая называлась эра хэйян. Этот термин также созвучен с первыми иероглифами окинавского названия «хэнва антэй», и поэтому необходимая формальность была соблюдена. Гичин Фунакоши писал, 5 форм хэйян содержат большое разнообразие приемов и почти все базовые стойки. Овладев этими 5 катами, можно быть уверенным в своей способности компетентно защититься в большинстве ситуаций. Значение названий должно пониматься именно в этом контексте. Сильные приемы этой ката, акцентирующие движение бедер, напоминают таран, разбивающий каменные стены. Тактика формы учит умению превращать свою невыгодную позицию в решающее преимущество. О происхождении ката нет единого мнения. Одни исследователи говорят о мастере Аяда Мари и школы Тамари-Те, другие – о школе Шури-Те и мастере Итосу. Эта ката изучается в различных стилях карате, но только в шотокан практикуются обе формы – бассай-дай и бассай-шо, большая и малая версии. Старое название «Пассай» изменено Фунакоши Гичин. Дзион – буддийский термин. Также назывался монастырь в Китае, чьи монахи были такими же знаменитыми бойцами, как и монахи Шаолинь. В пользу этой теории говорит движение китайского приветствия в начале и в конце ката. Со своими фундаментальными стойками и движениями дзион является ярким примером стиля шотокан и одной из его традиционных ката. Считается, что дзион происходит из тамари-те.
Это название ката получило из-за круговых движений руками и ногами, напоминающих серп луны, а также из-за основной стойки хангетсу-дачи. Хангетсу – единственная ката в шотокан со столь отчетливыми дыхательными приемами. По своему значению она сравнима с ката санчин стиля годзюрю. Ее рекомендуют практиковать под открытым небом в лунную ночь для наиболее лучшего понимания техники. Происходит хангетсу из нахате и известна в других стилях карате под своим прежним названием – сэйшан. В Китае и Японии издавна сравнивали виртуозное владение оружием с полетом ласточки. В названиях многих технических действий упоминается ласточка из-за большой скорости и резкой смены уровней атаки и защиты. В ката эмпи функции меча выполняет все тело, которое должно двигаться так же стремительно. Прежнее название ваншу ката получила от имени своего создателя Сапусина Ваншу и практиковалась в округе Тамари на Окинаве. Гичин Фунакоши в своей книге «Рюкю Кемпа Карате» подтверждает ее происхождение из Тамарите, а другой мастер, Киятаке, считает ката ваншу одной из важнейших и включил ее в книгу «Семь истинных ката древнего стиля». Эмпи – одна из древнейших ката в стиле шотокан. Существует две версии этой ката, большая и малая, канкудай и канкушо. Характер и тактика выполнения движений в них похож и призван развить навыки защиты от большого числа нападающих на открытом пространстве. Другое прочтение иероглифов канку – это взгляд в пустоту, то есть нужно прийти в состояние абсолютного покоя, исключить эмоции для достижения победы в этом тяжелом бою. Психологический настрой «взгляд в небо» символизируется в первом движении канкудай и в блоке кистью перед прыжком в канкушо. Канкудай была любимой ката Гичина Фунакоши и называлась ранее Касакун или Кушанку по имени Кун Шань Чуна, китайского дипломата и мастера кулачного боя, техника которого вошла в эту форму и практиковалась в Шурите. Версию канкушо создал мастер Итосу на основе ката канкудай.
Ката Ганкаку, так же как и ката Эмпи, происходит из тамари-те и выполняется легко и стремительно. Из-за стойки на одной ноге и движений руками, напоминающих размах крыльев, она и получила свое название. Схема передвижения здесь называется Ичи-Джи Гата Эмбусен, означающий форму иероглифа единицы, то есть прямую линию, потому что в ката зашифрована техника ведения боя в длинном узком коридоре или тесном переулке старых городов Окинавы. Ранее ката называлась Чинто. Название ката Сочин также получило от основной стойки Сочин-дачи, сильной позиции, подобной крепкому дереву с мощными корнями. Первоначальным назначением этой ката было обучение защите от атак палкой. По этой причине блокирующие приемы выполняются в величественной и сильной манере. Дичин Фунакоши называл эту форму хакко. Происхождение и автор ее неизвестны. Многие мастера связывают эту форму с тигром. Так, существует версия, что первый иероглиф Ван произошел от узора на лбу тигра, короля джунглей. Дичин Фунакоши называл эту ката Шота, волнующиеся сосны, которые напоминали ему тигриную шкуру. Тигр с поднятой лапой – тотемный знак в стиле шатакан. Передвижение также напоминает подкрадывающегося тигра. Ката Ванкан – самая короткая в шатакан, здесь только один киай. Происходит из тамари-те. В других стилях карате известно под названиями Сиофу и Мацукадзе.